Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал «Это просто». Сегодня я хочу поделиться с вами моим самым любимым рецептом каши из тыквы. Молочная каша, приготовленная таким способом, очень нежная, ароматная, полезная и вкусная. Самый главный ингредиент в этой каше, конечно, тыква. Мне нравится, чтобы она была нарезана не крупными кусочками. За счет этого в каше она получается мягкой, да и к тому же варится быстрее. В небольшую кастрюльку я вливаю 3 стакана молока, 600 мл. Немного подсаливаю его для балансировки вкуса. И добавляю 30 грамм сахара, но этот пункт исключительно по желанию. Перемешиваю до полного растворения сахара и как только молоко начинает закипать, кладу нарезанную тыкву. Опять довожу до кипения и варю на медленном огне под закрытой крышкой 10 минут. Затем в кастрюлю с молоком и тыквой я всыпаю пшено. Его нужно заранее хорошо промыть. Перемешиваю, закрываю крышку и варю на слабом огне 15 минут. Вот так выглядит каша через 10 минут. За 5 минут до готовности я кладу 100 грамм сливочного масла и хорошо размешиваю. Оставляю кашу на огне еще 5 минут. Пшенная молочная каша с тыквой готова. Перекладываю ее в глубокую тарелку, сверху кладу кусочек масла. Как говорится, кашу маслом не испортишь. И подаю к столу. Сливочно-молочная кашка понравится всей вашей семье. Также ее можно варить и с рисом, и с манкой, и с другими крупами. Пробуйте, не бойтесь экспериментов на своей кухне. С любовью, ваш кулинарный канал «Это просто».